Первая остановка – школа. Еще во дворе нас окружают дети. Зачем нам столько георгиевских лент? Понятное дело, раздавать. Спасибо. 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 Ленты перекочевывают на пиджаки, на лямки рюкзаков, даже в косички. Детишки сбегаются с разных этажей здания. Впервые раздавать георгиевские ленты начали к 60-летию Победы. Акция получила широкое распространение в разных городах страны. В 2007 году было распространено около 10 миллионов лент по всему миру. По условиям акции ленточку нужно сразу же прикрепить на лацкан одежды, повязать на руку, на сумку. Георгиевская лента стала символом победы в Великой Отечественной войне. Черный цвет означает дым сражений, оранжевый – пламя. Наши деды, отцы уходили, наши матери плакали вслед. А теперь мы на братской могиле оставляем венок да букет. Как разглядеть за днями след нечеткий? Хочу приблизить к сердцу этот след. Следующий пункт остановки – улица Ленина. К нам присоединились сотрудники ГИБДД. Останавливали машины для того, чтобы вручить ленточку водителям. В преддверии 65-летия Победы мы вручаем георгиевские ленточки. Спасибо. Особенно быть внимательным к пожилым пешеходам, которые переходят. Спасибо вам большое. Очень приятная акция. Поддерживаю ее полностью. Благодарность нашим ветеранам. Настроение праздничное. В обычные дни постовых автомобилисты проезжают с замиранием сердца. К праздничным инспекторам с лентами в руках сегодня водители ехали сами. Отец у меня участник войны. У меня моя теща, бабушка, участница Великой Отечественной войны. Она живая, 90 лет. Конечно, будем поздравлять обязательно. Водители повязывали ленточку на автомобильную антенну. Черно-оранжевые флажки помчались по разным улицам города. Ленточку можно у вас? Спасибо. Будет как пионерский галстук. Многие череповчане подходили к нам сами. Ленточка не только символ праздника весеннего настроения, это дань уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, которые днями и ночами работали для фронта. Повяжи ленточку, встречай юбилей Победы.